В общем, пытаюсь я ловить окуня сегодня в необычном месте. Это река Якорец. Но пока вот окунь не хочет клевать. Хотя мне друзья говорили, что тут прям ловится. Ну посмотрим, может быть сейчас что-нибудь поймаю. Снежок вот идет. Может быть из-за этого пока не клюет. Не знаю. В общем, буду пробовать. Да, в общем-то пока нет поклевок. Ни одной. Очень как-то печально. Может быть еще не начался клев. Красиво здесь. Но пока ни одного тычка даже не было. Будем ждать. Ну, не знаю, у друзей ловилось. У меня вообще никак. Ни поклевок, ничего абсолютно. Озеро уже и справа, и слева попробовал. Ну, вообще нет поклевок. Может быть, он позже заклюет. Ну, пока тишина вообще полная. Ох, ребята, ребята. В общем, не на том месте я был. Там, оказывается, не клюет ничего. Перешел на другую лужу. Ну, в общем, такое расширение реки Якорца. Вот здесь следов очень много. И здесь реально клевало бы. Но я, как всегда, потерял время. Другу позвонил, он мне сказал, что я нифига не там. И в итоге я опять ничего не поймал. Блин, это просто какая-то полная невезуха. Ну ладно, зато природа красивая. Придется собираться уже скоро. Сейчас еще, может, минут 10 похожу. Может, что-нибудь клюнет. Ничего я не поймал, даже ни одной поклевки не увидел. Ну, надо было сюда, наверное, сразу приходить. На эту протоку. А я был на более широком месте. А там, как оказалось, вообще не клюет. Ну что поделать, очередная рыбалка не удалась. Ладно, пойду.